Всем доброго времени суток. Я Логин Рудных, и сегодня я играю в Alien, то есть в зомби-шутер. Хочу попробовать просто, да, в принципе, попробовать заснять игру, где надо бегать и стрелять. Почему именно зомби-шутер? Потому что это отечественная игра. И не просто отечественная игра, а одна из моих любимых игр. Да. А я очень уважаю отечественную продукцию, скажем так. Я считаю, что это то, чем можно гордиться. Хватит уже, так сказать, слов. Перейдем к делу. Вообще, я тут помню уже все секреты. Сложность стоит, кстати, максимальная. Обычный зомбак здесь может убить там с двух укусов. Так что надо быть крайне осторожным. Играю я... Играю за персонажа Нину. Мне нравится, что у нее высокий параметр точности и скорости. Это два моих любимых параметра, которые я считаю лично наиболее важными. Остальное, там вроде здоровья, интеллекта или чего-то. Потом еще есть это грузоподъемность и так далее. Я считаю не особо критичными навыки компенсируются скиллом из дополнительных, как сказать, навыков специальных. Я взял способность к быстрому обучению, как это поможет быстрее повышать уровень и потом впоследствии больше накопить очков для развитие других способностей. Пока вначале мы вкачиваем именно вот эту, потому что потом я ее вкачивать под конец игры бесполезно, я считаю. Когда опыт капает быстро, надо именно сейчас ее ловить. Кстати, на максимальной сложности зомби вроде бы более живучие, раза как 4. На средней они, по-моему, тоже, хотя бы на средний, да, они, по-моему, умирают вообще с одного выстрела из обычного пистолета. Кстати, Нина русская, русский из России персонаж, что это тоже приятный момент. Try to pass through the gas station. Вообще, я бы для начала заснял Alien Shooter первый. Но, как выяснилось, для него нужна специальная программа. То, что я пользуюсь, это Action. Ну, программа Action называется. Он не захватывает Alien Shooter первый. И вообще подобные ему игры, какие-то старенькие. Не знаю, как это исправить, потом попробую поискать другую программу. Может быть, засниму. И первый шутер, и с первым зомби-шутером. Но пока мы со второго начнем. There's a garage nearby. Take dynamite there and blow up the gate. Ну, вообще говоря, о русских играх. Зомби-шутер это, конечно, не AOD 2, но тоже, так сказать, достойнейший продукт, который не стыдно. Thank you.
может быть приятнее обстрела зомби. Такая ты один против всего мира. Так, где-то должна быть собачка. Так, у меня только патроны могут закончиться. Зомби сейчас особенно толстые. Я вот не знаю, откачать ли обучение дальше сети и качать точность. Синка. Сейчас умирай довольно быстро. Так, можно отходить. Интересно, если целиться у них точно, они быстрее умирают. Интересно, как успеет. И аптечка большая. Так, на этой здании всего 6 секретов. Я помню вроде бы, где они все находятся. Думаю, мы все найдем. Красивые тут локации, вообще фильтр очень интересный. Дробовик нашли. Так, обрезан всего тут патронный. Очень часто перезаряжается, поэтому... Тем не менее, это лучше ничего. Так, ловить тут надо плюс. А, нет, это не обрез. Так, приятный звук. Не работает. Значит, это не надо. Этого другой поэтому этим вот видите меня крысы три раза укусили и все у меня здоровье нет. Сложно сделать себе, знаешь? Главное не до тебя укусить еще как-нибудь кем-нибудь кого-нибудь. Я думал, ты угол загнать. В общем, надо теперь заранее его нанести. Блин, здоровье еще одно. Так, не так. Потом пистолеты кончились. Забавно. Зомби, конечно, вообще толстые. С ресурсами патронами обычно проблем вообще не возникает. Ходить просто
собирать. Пока вы еще сидите. Теперь, наверное, надо качнуть точность. Это увеличивает урон. Один будет здесь, по-моему. А, по-моему, однажды умер. Это зомби, который будет с ним Еще один секрет забыл. Это тоже секрет считается. Заканчиваем. Лист звания. Секреты мы нашли все. Кого-то не добили. Странно. Кто бы... Кого-то... Или может быть крыс каких-нибудь? Так. Ну ладно. Спасибо за просмотр, если вы это смотрели. Вроде пока все. До свидания.